И всем привет, вы на канале ТКВ КТВ. И сегодня я снимаю видео по теме «Как приручить дракона». И это такой небольшой сериальчик. Пока я не знаю, будет ли он большим, будет небольшим. Это все зависит от вас. Пишите в комментариях, понравится ли вам он или нет. И я, конечно же, сделаю несколько серий, и потом я посмотрю на вашу активность. Если вы хотите, чтобы он прям продолжался, то ставьте лайки, пишите комментарии и все такое. Сериал называется «Драконы в скрытом мире». Хочу сказать, что это не «Как приручить дракона», это как бы продолжение, и именно только про драконов. Может, там и будут люди, но очень нормальное количество, а так будут только драконы. И давайте начинать. Приятного просмотра! Начинаем. Прошел ровно год после того, как люди и драконы ушли в разные миры. Драконы стали жить в скрытом мире, а люди остались на своем острове. И вот Беззубик. Так, что же мне делать? Я, конечно, король, я сам этому рад, но не знаю, что же мне делать. Дорогая, что будем делать? Беззубик, а что ты хочешь сделать? Хочешь, полетаем? Или хочешь, не знаю, что-нибудь поделаем? Куда-нибудь слетаем? Может быть, полетаем? Не хочешь полетать? Да нет, я не очень хочу полетать. Давай, может быть, просто поболтаем? Или что ты хочешь делать? Честно... мне надо тебе кое-что рассказать. Беззубик, Ваше Величество, грозокрыл. Да, подождите, на фоли, минуточку. Да, чего, что-то случилось. Ваше Величество, вас зовут по одному очень важному делу. Вы бы не могли отвлечься, просто это очень важное дело в скрытом мире, так скажем, небольшая беда. А, да, конечно. Я уже бегу. Дорогая, подожди, пожалуйста, я сейчас слетаю. А, хорошо. Не бойтесь, это много времени не займет. Он сейчас быстренько слетает и прилетит. Да, я сейчас быстренько. Ты можешь пока что прибраться тут? Или хочешь просто полежи, отдохни? Да, хорошо, я тогда полежу тут, отдохну. Ладно, Беззубик, полетели. Это очень важное дело. Хорошо? О нет, Беззубик улетел. У него опять эти важные дела. А мне ему надо кое-что рассказать. Ладно, он прилетит, и я ему все расскажу. Спустя 10 минут. 30. Спустя час. Спустя 2 часа. Спустя 3 часа. Так где же он там ходит? Я его уже жду. Где он? Ладно, пока закрыл. Где она? Эй, дневная фурия, ты где? Эй! О, блин, я так долго летал, она наробиделась. Дорогая, ты где? Беззубик, иди сюда. Что? Уже лечу, ты где? Может быть, в этой пещере? Странно, но ее тут нету. Дорогая, ты где? Беззубик, иди сюда. Где она? Вот ты где. Что-то случилось, ты прости, что я так долго был. Я уже иду. Сейчас. Беззубик, ты где так долго был? Прости, у меня были просто очень важные дела. А с тобой все хорошо? Почему ты в пещере? Почему ты меня не ждешь? Беззубик, ты очень долго там был. Я не могла тебя так долго там ждать. Причем я очень устала. И ты так часто стал летать, помогать, так скажем, дракону. Но я, конечно, понимаю, что ты король. Это очень важная обязанность, что ты должен всем помогать. Я это, конечно, тоже понимаю и очень ценю.
Но у тебя почти не хватает времени на меня. Ничего, я исправлюсь. Просто я сам еще не могу привыкнуть. В этом скрытом мире так много всего, так скажем, странного. И все драконы не привыкли, поэтому все драконы что-то чудят, что-то делают. Понимаешь, никому, так скажем, непривычно в нем жить. Ну, я понимаю, я-то тут родилась, поэтому как бы мне тут привычней. Ну да, я тебя понимаю, да. Ну, ты мне что-то тогда хотела сказать, когда я улетал. Я же не ошибся? А, да, ты не ошибся. Ну, ты замечаешь, что я стала мини-активной такая, больше люблю лежать. Ну, да, я это замечала уже давно. Что-то произошло, ты заболела, тебе помочь? Ну, как бы тебе сказать, я просто, беззубик. Ваше Величество, вы здесь? А, да, Красокрыл, чего тебе надо? Уходи. У нас еще одно очень важное ЧП. Пожалуйста, пожалуйста, придите, придите. Или просто будет кошмар. Пожалуйста, Ваше Величество, Ваше Величество. Хорошо, хорошо, иду. Не на Фуле, подожди. Но... Это очень важно, Ваше Величество, быстрее, можно? Да иду, я иду. Ну, Безбик, стой. Чего тебе тут нужно? Что? Безубик? Очень важно, летите за мной. Ну, хорошо, полетели. Безубик, стой. Нет, Безубик, погоди. Погоди, пожалуйста, постой. Я сейчас вернусь, сейчас, подожди. Буквально несколько минут. Может, несколько часов? Да нет, я быстро. Ну, иди, ты только не обижайся, правда. Иди. Все, я сейчас вернусь, честно. Пока. Ну, вот как обычно, у него так много дел. Он король, а на меня у него вообще ни минутки, ни секундки нету. Ой, да, Безубик, ну что ж такое? И так вот каждый день хочешь с ним поговорить, полетать, а у него свои дела. Да, королеву, видно, сложно быть, но я королева, но ко мне же они так не ходят. Ой, помогите, у меня то, у меня сё. Ай, да, Безубик. Ну все, в следующий раз я его поймаю. Спустя 2 часа. О, дневной фури, привет. Опять я задержался. Прости. Да, знаю. Можешь меня ударить, да. Но прости, пожалуйста. Да не, ничего, понимаешь, Безубик. Просто я тебе... Давно очень хотела кое-что сказать. Да, чего, говори. Нас, как бы тебе сказать, Безубик. Да, дорогая. У нас с тобой будут малыши. Правда? Детишки? Ну, да, у нас будут детки. Как здорово! Ух ты! Надо рассказать всем. Давай позовем Красокрыла. Нет, я пока что как бы не совсем хочу это всем говорить. Давай потом всем расскажем. Ну, надо же рассказать, чтобы все знали. Ну, хорошо. Мои дорогие подданные и все жители скрытого мира, все внимательно меня послушайте. У нас с Дневной Фурией будут детишки. Ура! И скоро у нас уже они появятся. Скоро вы все их увидите. Безубик, да, дорогая. Так как у нас будут детишки, нам нужно жить уже в одной пещере. Ну, то есть у нас же 2 как бы пещерки. И нам надо выбрать, в какой пещерке жить. Как ты думаешь, в какой? Знаешь, я думаю, надо спросить наших подписчиков. Дорогие подписчики, решите, пожалуйста, в какой пещерке нам жить. Вот в этой пещерке, на которой мы с Дневной Фурией стоим? Или вот в этой пещерке, в которой я живу? Ребята, обязательно пишите в комментариях, в какой пещерке нам жить. Если вы хотите, чтобы мы жили в моей пещерке, ну, вот в этой красивой, самой красивой пещерке. Безубик. Ну, самый красивый, ну, прости.
то пишите в комментариях цифру 1. Если в пещерке моей жены Дивной Фури, то пишите циферку 2. Каких циферок будет больше, в такой пещере мы и будем жить. И не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и писать комментарии. И напишите, понравилась ли вам эта серия, хотите вы продолжение или нет. И всем пока! Пока-пока!